это реагировать? Я уверена, что правда восторжествует. И я уверена, что украинцы поймут, что это, знаете, сейчас временное вливание такого вот негатива для того, чтобы просто убрать с политической арены президента, который им некомфортен, который слишком оказался патриотом Украины, который не начал договариваться с олигархами, который не побежал в Кремль договариваться. И он очень некомфортный и неудобный. И это элемент борьбы с ним. И тут очень важно, чтобы, знаете, вот в этом миксе, когда берется чуть-чуть правды, и потом это все обворачивают такой вот привлекательной вау-оберткой лжи, люди разобрались, чтобы вот эта пелена спала. И это сейчас очень важно, потому что на кону не даже уже честь и президента, и Петра Порошенко как человека. Я знаю про его порядочность, его принципиальность и честность. На кону судьба Украины. И очень важно, чтобы за вот этими отвлекающими маневрами грязной, нечестной борьбы мы не забыли про Украину. Для меня, знаете, мне иногда как такой крик души хочется сказать людям, когда я слышу вот эти упреки и всю ту грязь, которая льется на Петра Алексеевича, неужели вы не видите, что словами из очень известного всем украинцам фильма «Белое солнце пустыни» Порошенко мзду не берет, ему за державу обидно.